Йо, ребят, всем привет, с вами как всегда я Валрус, и сегодня мы будем с вами не просто смотреть приколы по Майнкрафту и играть за Смеё Суперкрал. Сегодня мы вместе с вами будем угадывать приколы в Майнкрафте, и вы будете угадывать вместе со мной. Поэтому, если вы угадали какой-то мем, сразу же пишите об этом в комментариях, поставьте, пожалуйста, лайк, естественно, и подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Погнали вместе угадывать приколы по Майнкрафту. Если ты любишь игры и любишь знатно поржать, заходи, браток, на мой канал. Там просто пушечка, там вообще контент просто лютый. Лютый контентик, заходи, я тебя там жду, брат. Первое видео моего хорошего друга Слая, и оно так и называется: угадаешь мем Майнкрафт. Погнали скорее угадывать мем Майнкрафте. Дебил, сука, ебаный. Ты чё, хуй? Ну, я думаю, тут будет, наверное, просто угадывать эти приколы. Если вы угадали, пишите об этом в комментариях. Ну, тебе сказали, я угадал. Залезь, хуй, на обратно, блядь. Дебил, блядь. На самом деле мы уже смотрели это видео и смотрели многих ютуберов, и это видео я тоже смотрел, но приколы я не угадывал. Ну, короче, ребят, как вы поняли, этот первый мем — это не лезь, она тебя сожрет. Вроде бы так называется, только в оригинале вроде бы был бурый медведь, а не белый, да? Это довольно странно. Но ладно, давайте смотреть следующий прикол. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя знаю. Человеком. Знаю, что это прикол. Толик, ебать, первый день, блядь! А, это целых два мема. На самом деле, первый я знаю, что это. Там чувак с такими длинными волосами рассказывал о том, как же вкусно здесь. Я не помню, к сосисочке он еще говорил, борщик. А второй мем я не знаю. Если знаете, пишите об этом в комментарии, что это за мем. Смотрим дальше, ребят. Этот прикол из мема про казино, где что-то там чуваку, который сидел в казино, не понравилось. Это было довольно странно. Что же сейчас будет? Непонятно. Вагонетка. Рикардо Милос. Если нужно угадать, то это вроде бы Рикардо Милос, но вы это все прекрасно знаете. Тут так мало, это наша тачка. Ты с этим. Но это тоже мы все знаем, этот мем, это про «ты на пенек сел, должен был косарь отдать», там где чувак-гопник такой просит косарь. Ты на пенек сел, должен был косарь отдать, должен был косарь так мало, о, блядь, ты! Ты! М? А? Иди на блядь! Как ты, иди на... Паровозик Томас! Ты чё, тут паровоз? Я дебил ебучий, ёрш колючий. Я как паровозик Томас, иди паровозик Томас, не ебу, при чём тут паровоз. На самом деле, тоже этот прикол знаю, но я не видел оригинала этого видеоролика. Если вы видели, что там было, может, потому что я дебил ебучий, тебе смешаю с водкой, ёрш колючий. Поплыл. Так. Что происходит? Куча. Ты чё, аферист? Брайан Мапс, пародия на аферистов в сетях. Вроде бы угадал. Все, закончились у нас угадывания приколов у Слая. Давайте посмотрим другие приколы и будем также их угадывать. Следующий видеоролик тоже моего хорошего друга Нойзи. Давайте же поскорее посмотрим его приколы и будем угадывать мемы в Майнкрафте. Короче, сейчас я буду ехать без рук. По очень опасной дороге. Ого, классно снято, кстати. Вот моя рука. Вот мой байк. Очень опасный склон. Ай-яй-яй-яй. Но я не сцу.
не знаю, что это за прикол, честно. Если знаете, то пишите. Ладно, не урти. Ладно, ты не... По внутреннему своему самочувствию как-то можете определить погоду, в общем, на день? Могу. Как? А знаешь, как вот? Вот, например, вот сегодня, сегодня, значит, ясно, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял, нет? Где бом-бом? А самочувствие, вот если плохо себя чувствуете, то будет холодно, тепло, дождик. Завтра? Сегодня. Сегодня? Сегодня. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам-бам. Можете как-то... Ладно, не урчи, сейчас разберемся. Разберемся. Короче, вот как тебе... Блин, такой классный дед, на самом деле, серьезно. Вы можете как-то определить погоду по своему самочувствию? Ты доебался с этой погодой. Ну ладно, не в этом дело. Ну ты там выключишь. Ну как, да, да. Вот если вот у вас кружится голова, то что? Или что еще? Она у меня когда-нибудь кружилась? Ну не знаю, ухо чешется, нос чешется. Вот жопа у меня чешется. А знаешь, как в погоде? Ну надо же такой родиться. Ну, бамба, огубись, оглазись. Хватит! Бам-бам-бам. Все, подождите, нет, у нас съемка, пожалуйста, не мешайте, я вас очень прошу. Ну, guest today, very well, понял. Первый день после отпуска, пожалуйста, не давите мне на мозг. Ясен, бомба, но ты француз. Я в своем внутри состоянии никак не чувствую. Я посмотрю погоду, то вот центр смотрю. Я определяю погоду. Какой-то длинный мем, но мы уже все прекрасно поняли, что это за мем. Где-то бом-бом. И это очень классно, на самом деле. Классный мем. Старый довольно. Если вы помните его, то это очень классно, на самом деле. Здравствуйте. Я сообщу вам экстренную новость. Из психиатрической больницы сбежала. Из психиатрической больницы. Закрывайте двери на замки и берегите своих детей. Сейчас я сообщу вам ее приметы. У нее бледная кожа, шляпа, серые глаза, фиолетовое платье. Неплохо. Главное, чтобы она не добралась до меня. А оригинал этого прикола, тоже прекрасно знаю, там в Инстаграме, короче, висел, ВКонтакте, в всяких пабликах. Прикольный прикол. Как я люблю выражаться. Отстань, нечисть! Закончились приколы моего друга Нойзи, и давайте посмотрим завершающие приколы, например... Например, Воки. Посмотрим популярное видео Воки. 400 тысяч просмотров, попу мыть. И давайте угадывать приколы. Я уже готов. Отдай сало! Кому кажу сало отдай? Моя там... Не знаю оригинал прикола, вот честно. Кусочек лишимся! Отдай сало, б***ь! Там 2 рубли лежало! И дай! 2 рубля в сало лежало или что? Серьезно? Да. Решил построить дом. А это походу оригинальный прикол, типа не из реальной жизни. Ладно, и так сойдет. А этот мем из мультика, где пацан просто в печку что-то засовывал и говорил, что и так сойдет. Руки мыть нужно каждый день. Руки мыть, даже если лень. Чистые они теперь, но полотенца нет нигде. Быстро ими трусим, 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 трусим. Ими трусим, высохнут и так. А теперь волосы. Волосы шампунем мыть нужно каждый день. Волосы шампунем мыть даже... Ну, вы знаете же этот прикол, да? Я надеюсь, знаете, попу мыть, да, называется? Так и видео называется. Чистые они теперь, но полотенца нет нигде. И что нам делать? Быстро ими трусим, 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 трусим. Быстро ими трусим, высохнут и так. После кражи сала. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15, минут 5-5-го, 4-5. Это я знаю, это я знаю. 10-5-го утра. То есть получается стук вот этот весь шум разбудил вас, да? Да-да-да. Ну, это прикол, там просто интервью брали у дела. Короче, я занимаюсь свободное время. Не знаю, что Чего это. Я занимаю свободное время. Хрустят составы,
Хрустя. Вообще не знаю, что это за прикол, честно. Если вы знаете, напишите в комментариях, но я думаю, какой-то непопулярный, но не знаю на самом деле. Ладно, ребят, всем спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Угадали вроде бы очень много приколов. Если вы хотите, чтобы я еще угадывал приколы вместе с вами, то оставляйте комментарии, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А можете оценить другие мои видеоролики на жопа, конечно, доставка, которые прямо сейчас показались у вас на экранах. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.